Это уже третье видео у меня с цветами, которые я использовала из набора. Это у меня сэндвич панель, то есть это откосы оконные из Лежуа Мерлена. Вот, получается, это у нас трехслойный пластик. Вот, но это такой достаточно хороший экономичный вариант для рисования картин, когда их много. Вот, поэтому, чтобы не тратить много холстов, вот, чаще всего именно обучающие видео на мастер-классах и на видео я привожу на них. Снимаем отсюда защитную пленку. Я, соответственно, ее очистила. И дальше, то есть какие цвета я использую. То есть это у меня получается вот цирулюм остался с прошлых видеошопов. Цирулюм, который без силикона. Зеленая ФЦ. Вот, я домешала еще, у меня в этот раз будут основные цвета. Это прусское синее и персиковое красное. То есть вот эти два цвета. И дальше я использую, значит, белая краска и активатор клеток. Вот у меня такая густая белая краска, которая в соотношении 1 к 2 была замешана. То есть вот это все у меня 5 цветов. Они обычно, ну, стандартно замешаны без силикона. Соотношение 1 к 2. То есть на одну часть краски, 2 части медиума я наливала. А вот это белое, это 1 к 1 смешано. Вот, сейчас я буду использовать технику с раздуванием, то есть с помощью или фена, или, ну, как пойдет. У меня вот такой вот фен с плоской насадкой. Можно раздувать и обычным феном, если вот от вашего домашнего фена не осталось такой насадки. Можно просто раздувать, но мне нравится вот эта вот плоскость, с ней хорошо получается. Я приступаю, я буду наливать... вот белую подушку. Как я создуваю краску фена. То есть я делаю не вот такие вот быстрые резкие движения, как когда мы сушим волосы, а медленно соскатываю краску по холсту. Значит, фен я опускаю практически вплотную к краске и медленно-медленно ее веду. То есть моя цель, чтобы цвета друг на друга наслаивались. Thank you.
вот, как видите, я не использовала силикон, но вот здесь у меня все равно появились белые клеточки. У меня слишком получилась такая пёстрая работа, я хочу немножко разбавить белым сейчас. Если какой-то участок в работе вам не понравился, его можно как бы скатать на край, ну, слить с холста и продолжить заново. Меня уже практически полностью устраивает моя работа. Единственное, я хочу добавить немножко больше темных акцентов в нижней части. То есть, как видите, у нас основной цвет в работе фиолетовый, хотя фиолетовый изначально не присутствовал в цветах. Это вот наш персиковый красный с синим дает столько оттенков фиолетового. Видите, когда я наслаиваю цвета друг на друга, у меня начинают образовываться клеточки. Но чем дольше возюкать краску тут и сюда, допустим, вот как здесь, то тут уже цвета просто перемешиваются и уже не дают вот этого эффекта. Теперь моя картина закончена. Вот. И я оставляю сохнуть все свои работы на несколько дней, пока они не высохнут.